В ресторанах Владивостока проходит гастрофестиваль «Мидий». Он продлится до 15 мая. 30 заведений участников предлагают гостям разные блюда из тихоокеанского моллюска по единой цене. Попробовать их можно было и на «Мидия-саммите» – большом трехдневном празднике, который прошел в эти выходные. На площадке возле кинотеатра «Океан» развернулся фудкорт. Сотни людей посетили данное мероприятие. На выбор им предлагались мидии в сливочном соусе, соусе том-ям и мидии с черемшой. «Мидия-саммит» посетил и глава Владивостока Константин Шестаков. Очень хотелось, чтобы этот фестиваль, он стал по-настоящему народным, перешел, наверное, на те площадки, которые отвечали бы его значимости. Вы знаете, вот 6 лет тому назад, когда мы вместе начали реализовывать этот проект, немногие предполагали, что наша дальневосточная или приморская мидия появится в наших ресторанах. И вот благодаря этой совместной работе на протяжении, наверное, этих нескольких лет, ребята, которые у нас стали развивать эти морские огороды, обратили внимание на внутренний рынок. Если раньше они в основном делали акцент на экспорт, то сейчас акцент совершенно другой. Это и подобные площадки, площадки фестивальные, это наши рестораны, они тоже сделали акцент на нашей дальневосточной там продуктах, наверное, и кухне. Слава богу, что все там сходится. У нас есть фестиваль, он привлекает жителей города. Он выводит их на большие площадки, на которых как бы они приобретают чуточку больше счастья. У нас появляется очень симпатичный повод для посещения города Владивостока. Я убежден, что мы в преддверии такого очень хорошего туристского сезона на протяжении уже нескольких лет. Нам в этом плане, как бы по разным причинам, наверное, не очень везло, да, то коронавирус, то еще какие-то ограничения. Сейчас этих ограничений нет, и к нам приедет, я убежден, что практически весь мир. Мы этого искренне ждем. А вот такие фестивали – это один еще хороший способ посетить город Владивосток и почувствовать нашу дальневосточную кухню. Она самая разная, и не только в медиа-отделе. Но, тем не менее, как бы такие фестивали – это повод приехать в наш любимый город. Фестиваль «Мидий» традиционно проходит в мае, потому что именно в это время дальневосточный моллюск набирает вес и максимальный объем полезных элементов. Это лучший момент для подачи деликатеса на стол. И редкий шанс попробовать по-настоящему свежие мидии, говорит шеф-повар Сергей Тоцкий. Во-первых, они приморские, наши местные, дальневосточные. Ну, во-вторых, в них вложена душа и любовь. Что приготовить такую паельницу на примерно столько же души и любви, для того, чтобы они получились наивкуснейшие. Коробочка с мидиями весом 300 грамм стоит 390 рублей. Цена единая для всех ресторанов-участников фестиваля. Но в заведениях вам предложат варианты 500 грамм за 590 рублей и 1 килограмм за 1090 рублей. И, конечно, самые различные варианты соусов.